Всем любителям корейской косметики большой привет! Сегодня я представляю вашему вниманию ночную несмываемую маску. Называется она Pumpkin Sleeping Pack. Идет с экстрактом тыквы. Довольно необычный ингредиент. И в руках у меня находится миниатюра. Также данная маска идет стандарт на YouTube. Объемом, если я не ошибаюсь, 100 мл, 30 мл. И вот такие вот удобные крошки-треугольнички, которые можно приобрести поштучно, чтобы, как говорится, распробовать для начала. Эти пирамидки идут объем 7 мл, и такой крохи хватает от 2 до 4 применений. На мой взгляд, это не самый удобный формат, но он изначально был задуман как travel-вариант. Консистенция у продукта гелевая, нежирная. Цвет белый с небольшой розовинкой. Аромат у маски приятный, сладковатый. Тыква не пахнет. Маска легко разносится по коже и впитывается очень быстро. Не оставляет на коже ни пленки, ни липкости и не создает парникового эффекта. И даже в летнее время пользоваться ею очень комфортно. И что немаловажно, продукт довольно экономичный. Итак, что же нам обещает производитель? Данный продукт питает нашу кожу витаминами, увлажняет ее, придает ей гладкость, эластичность. Также, если у вас есть какие-то воспаления, высыпания на лице, то эта маска успокаивает вашу кожу и избавляет от шелушений, если таковые имеются. И также запускается, что немаловажно, антивозрастной эффект. В состав данного продукта входит экстракт тыквы, экстракт инжира, керамиды, коллаген, гиалуронка, центелла азиатская, экстракт портулака и экстракт алоэ веры. Это то, что я запомнила. Вот я не знаю, на самом деле, есть ли все это в составе данного продукта и в каком количестве там все это находится, но продукт действительно работает. Как пользоваться данным продуктом? За 20 минут до сна вы наносите маску на лицо, на предварительно очищенную кожу. После вашего основного ежедневного вечернего ухода также можете нанести на зону шеи, там декольте и ложиться спать. На утро вы просто умываетесь, как вы это делаете каждый день. Что я сразу же заметила? Я сразу заметила изменения на первый же день после использования, после первого раза. То есть кожа сразу же такая, знаете, отдохнувшая. Тон лица у меня был более ровный, хотя не было заявлено то, что данная маска выравнивает тон кожи, как-то отбеливает, но она действительно избавляет от каких-то покраснений, воспалений на лице. То есть тон лица становится более какой-то ровный, кожа более матовая. В общем, вид, конечно, меня очень порадовал. Я, честно говоря, если брать во внимание, что эта маска недорогая, я была очень удивлена результатом. Также я опасалась, что она вызовет какие-то у меня, что она мне забьет поры, что она комедогенная, вызовет какие-то воспаления. Ничего подобного не произошло. Но чтобы кожу свою не перекармливать, как-то не перегружать, я ею пользуюсь не чаще, чем 2 раза в неделю. Данный продукт подойдет и для обладателей сухой кожи, также для комбинированной кожи с какими-то воспалениями, высыпаниями. Ну что сказать, маска мне действительно понравилась. Все, что заявлено производителем, она, в принципе, все это выполняет. Спасибо всем за внимание. На этом канале я рассказываю простыми словами о корейской косметике. Всем пока и до встречи в следующем видео.